Здравствуйте. В вопросах под видео на распаковку планшета Chuvi V10 задают вопросы, как планшет ведет себя в игре World of Tanks. Сейчас мы это посмотрим. Игру я установил на съемный внешний винчестер. Он подключен сейчас к планшету через полноценный USB разъем. Через OTG переходник подключена мышка и через второй полноценный USB разъем подключена клавиатура. Запускаем игру. Нажимаем «Играть». Загружается игра. Входим в наш аккаунт. Разрешаем доступ. Загрузились. Переходим в настройки. Идем в настройки графики. Здесь видно, игра запускается в разрешении 1024x768. Настройки качества графики на минимуме. Возвращаемся в игру, нажимаем в бой. Все, видим в верхнем левом углу счетчик кадров. Следим за ним. Сейчас счетчик кадров показывает 29, 32, 31 кадр. Что для такого планшета, согласитесь, совсем неплохо. Вот сейчас частота падает до 22 кадров. Играть я в эту игру не умею, поэтому меня сейчас быстро подобьют. Поэтому не обращайте внимания на геймплей. Смотрим на счетчик кадров. Счетчик кадров показывает 24-25 кадров. Играть вполне комфортно. Ничего не тормозит. 27 кадров в секунду. Где-то они стреляют, я не знаю где. Едем дальше. До сих пор не подбили. Удивительно. Странно. Куда-то заехал.
Неужели до сих пор не подбили? О, стреляют откуда-то. Откуда стреляют, интересно. А, вот он. О, подбили. Ну, даже какое-то время поиграл. Так, видим, счетчик кадров 30 кадров в секунду. 29, 28. В общем, согласитесь, для Intel Atom со встроенной графикой не так все и плохо. Это мой подбитый танк. Наши еще держатся. Ну все, выходим из игры. Выходим в Windows. Находим AIDU. Заходим в тест стабильности, запускаем. Здесь видно, что температура процессора находится в пределах 50-55 градусов по Цельсию, что тоже, согласитесь, не так уж и плохо. Устанавливаем, закрываем. Еще раз смотрим на конфигурацию. Так, значит, подключено это было все. Видно внешний OTG кабель, там мышка, вот здесь клавиатура, вот съемный винчестер, вот он. Все, играть вполне можно.